дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня на канале будет выглядеть такой маленькой посылочки. Эта посылочка мне пришла с Китая, с AliExpress. Я здесь, вы знаете, никогда не видела на AliExpress такие вот эти разные искусственные цветы. Вот что-то посмотрела, мне захотелось купить их, посмотреть, что это за цветы. Думала, может, знаете, там некоторые берут для украшений, некоторые берут еще что-то. Но я взяла, если честно, на кладбище, на памятник. Но, в принципе, если смотрите, какая маленькая посылка, здесь должно быть три разных цветочка, такие маленькие букетики. Но я не думала, что они такие маленькие. Не знаю, они типа не все поставили, они такие маленькие. Вот такая посылочка, в принципе, пришла очень и очень миниатюрная. Посылочка пришла, в принципе, за 5 недель. И видите, я за эту посылочку заплатила 74 цента. Один должен быть за 18 центов, вот этот букетик, один за 30, один за 26. Ну, продавец написал здесь, конечно, меньшую цену. Ну, сейчас откроем, посмотрим, что это за цветочки. Где они, эти цветочки, в принципе. Интересно посмотреть. Или они... Видите, еще даже отпали. Да, они все есть. Но они, видите, очень маленькие. Я думала, что они немножко больше. Я что-то смотрела там один раз на размер, но потом я не посмотрела. А здесь, оказывается, видите, какой маленький размер. Вот если вот так, на пол ладони. Вот уже здесь сидит такой букетик. Ну, некоторые, видите, берут его для украшений, там делают какие-то там разные для какого-то творчества. Некоторые берут... тоже. Если на кладбище берут, тоже украшают, ставят на памятник. Другие еще куда-то ставят. Вот эта соседа, видите, такая. Помнит ли это? Здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 6. 6 цветочков. Видите, здесь у нас больше. 3, 5. 12. Здесь у нас, видите, вот эти как лилии или как их говорят на розе калы. Здесь их 12, здесь вот эти такие розочки их. Видите, 6. И еще вот такие есть. Вот тут, видите, уже один цветочек отпал. И что-то их тут немножко больше. Да, они, видите, их можно разобрать. Да, если вам надо, например, по одной штуке, вы себе разбираете. Можете себе поставить, или там вот так сложить, или где-то приклеить, или, ну, разные. Нет, это не пластмасса, я думала, что это пластмасса, или это не пластмасса, это как бы какая-то, ну, вот это еще как пенопласт, а вот это мягкое такое, а вот это совсем, ну, скажем, от цветка, видите, разная текстура, разный материал. Ну, видите, вот такое, вот такие цветочки, конечно, немножко за маленький. Не знаю. Ну, в принципе, я знаю. Ну, конечно, уже купила, уже будет. Ну, украсить, поставив на памятник. Спасибо, сделала. Ну, конечно, хотелось бы немножко побольше. Да, это моя, конечно, беда, что я не посмотрела. Я смотрела другой размер, и тут там были роза и гвоздика очень дешевая. Но пока я хотела купить, они уже закончились. Я взяла другие эти цветочки. А вот эти я не посмотрела. Если честно, да, я не посмотрела нормальный размер. Какой размер она? Думаю, что они такие маленькие. Ну ничего, пригодятся. Друзья, не знаю, кто-то покупал такие цветочки, покупает. Ну и просто я хотела вам показать, что, чтобы видели, какого она размера. Видите, они маленькие. Может, для кого-то, да, что-то делать. А на кладбище, как берут, это, конечно, немножко за маленькие. Все, друзья, вот такая у меня сегодня была посылочка. Если вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И встретимся в следующем видео. У меня еще много посылок на маленьких из Китая. Я думаю, вам понравится. До новых встреч. Пока.